Я тут подумала и решила, что Новый год дома, ну это просто скука смертная. И поэтому мы с Костиком завтра улетаем в Таиланд. Но на Рождество мы еще не решили. Вьетнам или Лаос. А еще хотелось бы съездить в Альпы, на лыжах покататься. Но не знаю, правда, успеем ли. Да, здорово. Галя, а ты где будешь Новый год отмечать? Дома. Друзей, небось, позовешь? Будете тусить всю ночь? Обычно я одна отмечаю. Вот как? Некоторые люди просто не любят развлекаться. Некоторые люди просто боятся признать, что им тоже не с кем отмечать. Галь, а хочешь, я к тебе в гости приду? Тебе не понравится, я плохой собеседник. Ой, да брось, будет весело. Салатиков нарубим, посмотрим куранты. Нет, правда, не стоит. Да почему? Не надо, пожалуйста. Ты что ломаешься? Да не съешь же она тебя. Ладно, Юля, приходи, если ты так хочешь. Приветик. Интересненько. Я уж думала, не доберусь до тебя. Представляешь, выхожу из дома, сажусь в лифт, и бах, свет выключается. Полчаса сидела в темноте. Думала, кранты. Только собралась тебе звонить, все, включилась и поехали. А потом еще маршрутка на полдороги сломалась. Встал на обочине. И все, говорит, выходите. Ни автобусов, ни попуток. Телефон отрубился. Жуть вообще. Пришлось тащиться пешком в снегу по колено. Ой, какая елочка миленькая. А почему один прибор? The past.